танцевать уже точно. Уже можно танцевать. Сегодня Пасха, сегодня праздник. И можно многое. Об этом вчера в храме говорилось очень подробно. О том, что может позволить сегодня себе человек, выражая свою радость, выражая ликование сегодняшним днем, победой жизни над смертью, над печалью, над унынием, над депрессией, как модно очень сейчас говорить. Поэтому, если вас охватит желание танцевать, сейчас будет звучать действительно танцевальная музыка разных народов, Балкан и не только. Я никогда не знаю, что будет в репертуаре в Лохочи, потому что есть и русские вкрапления, много македонской музыки, греческой, не знаю, что болгарской, что сейчас нам подготовили они. Но в любом случае это замечательно всегда. Это живая музыка, живой звук. Кстати, жители соседних... А ну-ка выходите, у вас еще есть время прийти и услышать этот завершающий дивный... Я ухожу, спасибо, Лохоча! Добрый вечер! Спасибо всем, кто еще не ушел, дождался нас. Мы очень надеемся, что вы не зря мерзнете здесь и будете танцевать. А музыка, которую мы сыграем, будет греческой, армянской, немножко еврейской. И практически вся будет немножко более или менее танцевальной. Начинаем. Раз, два, три. Софиджан, армянская песня про эмигрантов во всех смыслах. Сейчас почему во всех смыслах, вы поймете в процессе. Американская музыка в жанре кэф. Okay.
подёрнет. Oh,
Спасибо.